Я родилась в городе Якутске, но до школы я жила в селе Чурапча. Вот, с бабушкой и с дедушкой, они живут в Уренкеле. Еще мы любим с папой ходить на охоту, на уток, на рыбалку. Я пошла по пятам своего брата в 2017 году. Сначала мы занимались в Чурептинском Сире, потом перешли в Тирхотойюэте, города Якутска. Потом сейчас я занимаюсь в Дахсуне у Сотникова Александра Егоровича. Любая стрельба развивает прежде всего координацию. Это сложно координированный вид спорта. Ну, допустим, как гимнастика, тяжелая атлетика и такие виды спорта, которые требуют очень четких скоординированных движений. Это пулевая стрельба относится к этим видам спорта. Ну, наряду с этим требуется качество, такие как выносливость, у нас большие нагрузки. И, конечно, этот спорт требует большой психологической устойчивости. Как во время тренировок, так и во время соревнований. Определенные природные задатки есть. И за счет этих качеств она, конечно, показывает результат. Я многократно занимала первые места и призовые места на всероссийских соревнованиях и на первенстве России. Вот. Норматив мастера спорта я выполнила в конце 2019 года и еще два раза подтверждала. Спорт дает, ну, человек, если любит свой спорт, то он хорошо открывается, вот, идет, тренируется, успокаивается. Спорт дисциплинирует, и я с удовольствием занимаюсь этим видом спорта. И я думаю, у меня хорошо получается. Это пистолет ЛП-10, он стреляет с помощью газового баллона, вот это вот спусковой крючок и рукоятка. Они настраиваются индивидуально под каждого человека. А это флажок безопасности, нужен для соревнований и на тренировках тоже, когда откладываем пистолет. Это затвор, мушка и прорезь. Эти регуляторы настраивают зону выстрела, куда мы будем попадать под глаз человек. Этим пистолетом я соревнуюсь и тренируюсь уже несколько лет. Мы с родителями уезжаем на природу частенько за ягодами или уезжаем в деревню к родственникам. Там я провожу лето, каникулы, вот, с семьей и с родственниками. Помимо учебы и спорта я люблю готовить дома, там, проводить время с друзьями. Также вот мы смотрим фильмы с родителями по вечерам, читаю книги. Мне нравится русский язык, русская литература, родная литература и родной язык. Вот. В будущем я хочу стать психологом, может быть, спортивным психологом, вот, и помогать будущим спортсменам. Стрельба – это особый вид спорта, который учит ставить и точно попадать в цель.